Почему же тебе страшно? Чему? Потому что темно, и я не вижу, с кем разговаривать. А ты хочешь нас увидеть? Хочешь? Нет, нет, не хочу. А придется. Смотри. Глаза такой. Извините, я боюсь. Тут кривой. Мы не страшны. Совсем не страшны. Мы только чуточку страшны. Сразу страшно. А я очень даже и симпатичный. Ты симпатичный? Ну ж посимпатичней тебя. А ну быстро открой глаза и скажи, кто из нас симпатичнее? Ой, да вы оба очень даже симпатичны. Я так и знал. А вы кто? Я желтый карандаш. Я синий карандаш. А вместе мы братья карандаши. Я нарисую желтый лимон. Я нарисую синих слонов. Я нарисую желтый банан. Я нарисую синих слонов. Я нарисую желтый песок. Я нарисую синих слонов. Я нарисую желтый цветок. Я нарисую синих слонов. Своими слонами. Весь день одни слоны, да слоны. Ты что, ничего другого рисовать не умеешь? Слоны, мои друзья, и поэтому я их только и рисую. Расскажи, как слон выглядит? Ну, он такой большой, синий. У него большие рога и длинный-длинный хвост с острыми шипами, чтобы отбиваться от врагов. Почему это с меня? А потому что это с меня.
Попалась? Подумай, сейчас вдохну и разломаю вверх. А ты сможешь? Конечно, смогу. Одной левой, на куски. Что-то я сомневаюсь, что у тебя получится. Может, тебе помочь? Не нужна мне ваша помощь. Мы уходим. Мы уже ушли. Плачь. Я не плачу. У меня просто поздно, мне сильно болит. Мы тебе сейчас поможем. А почему мы должны помогать? Она нас покусать хотела. Она попалась по твоей вине. Мы должны придумать, как ей помочь. Я могу позвать твоего друга Синус. Вода. Опять ты со своим слоном! Он очень сильный и может одной левой разломать дверцу на куски. Правда, сейчас он уехал. Я не знаю, где он находится. Нет, мы не можем ждать. Мышон болен. Да что тут думать? Нас больше, и мы сильнее. Давайте вместе откроем эту дверцу. Давайте. На счет три. Раз. Ну что, плохо? Все, мы очень сильно больные. Я знаю, что нужно делать. Нужно твоему котику перезаклеить колодец. И все пройдет. У вас колодец на тебя колодец? Я знаю одного. Оно сейчас на окне в коридоре. Ну, вы тогда идите, а я тут поищу ниточку, веревочку или бечевочку. Это не больно. Нет, нет. Только некоторое время придется вытерпеть. Когда я согласна.
меня лично никаких хвостов нет. А если бы и был, я бы не позволила всяким там дверцам прищемлять его. И вообще, раньше надо было думать, а то разбрасывают свои хвосты где ни попадя, а потом являются ко мне и требуют, чтобы я отдала им свои листья. Ага, сейчас. Но нам же нужен только один листочек. Если я каждому раздам по одному листику, у меня у самой ничего не останется. Мне что, вообще голый стоять без листьев? Да что мы упрашиваем эту жабу? Нас хочет, мы сильнее. Давайте силой отберем один листок, навалимся и все дела. Отлично придумано, брат Карандаш. Нет, нельзя ни у кого ничего силы отбирать. Нужно попросить, обменять, либо уговорить, а отбирать ничего нельзя. Потому что жадных никто не А с нами знаешь, как весело крутит? Барабан у меня играет на барабане. Хорошо, у них отличный снимок. А с мышонком так вообще не так. А ты? А я? Очень красивая. Спасибо, Барабан. Умная. Спасибо, Барабан. И это... как его? Очень, очень добрая. Спасибо, мышонок. И очень розово-подтяковая. Спасибо, синий карандаш. Я, правда, совсем не поняла, что это значит. Вот видишь, как с нами здорово дружить. А тебе было жалко дать нам всего один листик. Ладно, дам вам один листик. Но только один. Один-один, нам больше не нужно. Спасибо, я никогда не видела такой доброго. Да ладно, чего там? Если надо, я еще могу листик дать. Нет, пока не надо. А хочешь, я тебе за этот листик нарисую желтую бабочку или цветочек? Или синего слона! Опять ты со своим слоном! Спасибо, я подумаю. Вот видишь, как приятно помогать. И правда, приятно. Ты покажи себе листик на завтрашнего дня, а потом сними. Вот увидишь. Слышите, это мой новый знакомый, умный спец. Мы не говорили с ним, что есть на крыше. Вы не могли бы проводить меня? Если я не ошибаюсь... На крышу можно попасть только через чердак. На крышу мы вообще не ходим. Даже я. А почему? Ну как бы тебе объяснить? На крышу можно попасть только через чердак, а на чердаке мы точно не знаем. Вот там! И что там? Тут еще никто не защищал. Никогда! Ну что ж, если вы не можете проводить меня, я сама выйду. Ну разве тебе обязательно уходить от нас? Мы же столько что подружились. Тебе же у нас понравилось. И не надо будет идти через чердак. Я не могу. Девочка меня очень любит. Я не могу потеряться навсегда. Я обязательно должна вернуться домой. А где у вас песня на крыше? Вот лестница. Ну мы пойдем с тобой. Тогда мы пошли. Просыпайся. Постой. Я тебя провожу. И я. Я. Паутины.
рады, что на наш чердак забежали гости. Нам уже давно ничего не забежал. Тем более такие симпатичные. Хорошо. Упитанные. А у нас для вас есть угощение. Нет уж, спасибо. Как в следующий раз? Ты вот понимаете, встретила тут племянницу, всю свою
раз ты примешь мое приглашение. Вовремя появились. Она и правда нам съесть хотела. Я так и понял, поэтому решил вмешаться. Ну что, вы не передумали идти со мной к девочке Али? Нет, нет, я пришла, как мы договаривались. Сайфулин, Леша Шульц, Даша Христофоров, Юлия Герц, Олег Митрофанов, Маша Пасечкин, Коля Лёхин, Карина Зарахметова, Елена Гордеева, Аня Шкуратова, Богдан Беломерин.